Иду по лесу. Ветер, дождь, холодно. Заблудился Вальдемарка. Выхожу на поляну. Стоит машина. Подхожу, посмотрел, в машине никого нет. Попробовал дверка, дверку открывается. Сел на заднее сиденье, сижу. Вдруг машина поехала. А за рулем никого нет. Мотора не слышно. Вдруг появляется волосатая рука. Порулила за руль и куда-то опять исчезла. У меня от страха на заднице аж волосы зашевелились. Тут появляется маленькая деревня. Подъезжаем к первому дому. Машина останавливается. Заглядывает мужик в салон и спрашивает: «А ты что тут делаешь?» А я сперву: «Да я тут просто еду». «Ни хрена себе! Я толкаю, а он тут едет!»